I want to start today with a safety moment. Начнем с инструктажа по безопасности. At Emerson, we do this around the world, every meeting Emerson is involved in. We like to remind all of ourselves the importance of safety, especially in the industries that we work in. Мы начинаем с инструктажа по безопасности любую встречу, которая проходит в Emerson, и мы говорим, что самое важное – это именно соблюдение правил безопасности в тех отраслях, в которых мы работаем. You know, when we make mistakes in our industry, we hurt or even potentially kill people. И мы понимаем, что если будет допущена какая-то ошибка, есть возможность повреждений и даже смерти сотрудников. So we always want to be thinking about safety. Поэтому мы всегда должны помнить о безопасности. Here we have the 12 Emerson life-saving behaviors. This is a way to get our people to think about all of the different places where we can impact safety. И здесь представлены 12 принципов безопасной жизнедеятельности, которые касаются всех тех областей, которые могут повлиять на безопасность и благосостояние человека. And for other industries, other companies, even the university, you know, make sure that you take advantage of thinking about safety and share it with your people. We want everybody to go home at night very safe. И, пожалуйста, где бы вы ни находились, на промышленном предприятии, где-то в компании, либо в университете, помните о безопасности. Наша главная цель, чтобы все возвращались домой в целости и сохранности. Okay, I want to give you a little bit of background about Emerson, so you know who we are. А теперь давайте мы расскажем, что такое компания Emerson и чем мы занимаемся. So on the chart here, we have the portfolio, the automation portfolio of Emerson. На данном слайде представлено портфолио решений по автоматизации от компании Emerson. Across the bottom of that chart, you'll see and recognize many of the wonderful devices, the instrumentation, the flow meters, the solenoids, the pneumatics, the valves that Emerson manufactures. Основа всего — это измерительные приборы и оборудование. Здесь, на самом нижнем уровне, вы видите разнообразные средства измерений. Расходомеры, соленоидные клапаны, регулирующие клапаны, пневматическое оборудование. Many, in fact, almost every one of those devices that's on that chart is also manufactured here in Chelyabinsk for this region. И очень важно, что большинство, практически все из этих продуктов производятся для потребностей региона именно здесь, в Челябинске. And that layer of equipment is extremely important. It has to operate in all types of operating conditions, with all types of pressures, with all types of materials. И этот элемент очень важен, потому что он позволяет нам контролировать и собирать информацию о технологическом процессе, всю информацию, давление, материалы, которые используются в технологическом процессе. It's also the technologies that touch our customers' process. И очень важно, что это технологии, которые непосредственно связаны с технологическим процессом нашего заказчика. And it generates a lot of information, a lot of data, a lot of diagnostics information that can be shared in running the facility. И очень важно, что именно от этих приборов мы получаем большое количество данных и диагностической информации, которая может быть представлена другим сотрудникам предприятия. Then we go up to the control layer. Теперь давайте поговорим об уровне управления. Emerson has terrific technologies here. We use them all over the world for process control. У компании Emerson есть уникальные технологии, которые мы используем по всему земному шару. Left-hand side is our process control and safety systems, extremely important to be utilized to run plants efficiently and safely. Слева на графике представлена система управления технологическим процессом и система противоаварийной защиты, которые абсолютно необходимы для того, чтобы предприятие работало эффективно и безопасно. And then if you go to the top of the chart is the software. И самый верхний уровень этого графика – это программное обеспечение. Most people don't know it, but Emerson's actually quite a large software company. Многие, возможно, не знают, но компания Emerson регулярно приобретает другие компании, производители программного обеспечения. So we have the different categories of asset reliability and production management, control software, simulation, and reservoir modeling here on the far left-hand side. Как вы видите, это самое разное программное обеспечение для контроля надежности и производственных показателей оборудования, для управления производством, для управления технологическим процессом, для моделирования. When we think about building solutions, we combine really all three levels together to come up with very specific solutions with the domain knowledge for how to apply them. Мы сочетаем все эти разные уровни, объединяем их в единое решение и, используя отраслевой опыт, экспертный опыт, предлагаем комплексное, полное решение. So the technologies are part of my portfolio, but when I talk to our customer base, I also talk about the other part of my portfolio, which is our expertise.
Технологии — это только часть нашего портфолио, и когда мы разговариваем с нашими заказчиками, мы говорим и о другой очень важной части — это знания и люди. Emerson has over 55,000 employees in the automation business. Всего в бизнес-платформе Emerson Automation Solutions работает более 55 тысяч человек. We have over 3,000 people involved in R&D globally situated. И более 3,000 сотрудников занимается научно-исследовательской работой. We have 12,000 people that touch our customers every day, and it's a terrific knowledge base that connects to our customers. Более 12 тысяч сотрудников ежедневно взаимодействуют с нашими заказчиками, получают и узнают ценные знания от наших заказчиков. We also have 5,000 project people, 5,000 service people, and over 400 service centers around the world. Более 4,000 сотрудников — это наши сервисные инженеры, более 5,000 сотрудников — это сотрудники, которые занимаются реализацией проектов, и в целом в нашей компании более 400 сервисных центров. Our whole goal is to take our expertise and our technologies and create solutions that enable our customers to be top quartile performers. Наша цель — это использовать наши технологии и экспертные знания, чтобы создавать решения для наших заказчиков, и чтобы наши заказчики могли достигать эффективности на уровне первого квартиля. And that's both in the sense of when they do a project to create a facility and when they operate that facility for decades afterwards. Это касается как проектов по созданию новых предприятий, так затем и введения в эксплуатацию и эксплуатацию этих предприятий. Here in the Russia area, you know, we have a fantastic history. Actually, our first business in Russia was in the 1930s, and we've continued to grow ever since. И эта история нашего присутствия в России очень важна. Интересно отметить, что впервые присутствие нашего бизнеса в России состоялось в 1930-х годах. You know, Emerson in total is a 128-year-old company. В целом компания Emerson более 120 лет. And we think our success is really around planning, investing, and executing our business. И успех нашей компании заключается в том, что мы четко планируем, инвестируем и реализуем наши планы. And we've done the same thing in here in Russia. We have a fantastic partnership when Metran joined Emerson. И та же самая история случилась и здесь, в России. У нас сложилось уникальное партнерство, когда Metran стал частью Emerson. And since that point in time, we've been systematically investing and working closely with our customers. И с того момента мы непрерывно делали инвестиции в развитие нашего бизнеса, чтобы стать ближе нашим заказчикам. And as we indicate on the chart here, going forward, we've got some terrific new capabilities that are being put into the facility today. И как вы видите, с течением времени мы расширяем и расширяем наши производственные возможности. But it's not about us, it's about our customers. Но это все не о нас, это о наших заказчиках. We want to put our customers first and really focus on their needs and being really local. We're a global company, but to be successful, we need to be local. И наше главное и самое важное для нас — это наши заказчики. Да, мы глобальная компания, но для нас очень важно, что мы имеем локальное представительство. So we have 1,600 people here in Russia serving our customers. Здесь, в России, у нас более 1,600 сотрудников, которые работают с нашими заказчиками. We have service centers distributed throughout the Russia and the CIS region. У нас есть сервисные центры, которые работают на территории России и в странах СНГ. And we serve the key industries that are important to the economy. Мы поставляем решения в основные отрасли промышленности. Oil and gas, refining, chemical, the metals industry, of course, very important here, power generation, life sciences, and so on. Мы поставляем наши решения в нефтегазовую, нефтеперерабатывающую, нефтехимическую промышленность, в металлургию, которая так важна для этого региона, а также в область энергетики и производства медико-биологических препаратов. Earlier this year we announced the expansion of our facility here, which will add and to become a total of 50,000 square meters. В этом году мы также объявили о расширении нашего офисно-производственного комплекса, и общая площадь с учетом второй очереди составит более 50 тысяч квадратных метров. That's why we need the good graduates. Именно поэтому нам нужны очень хорошие выпускники. Good. You know, the other thing Emerson wants to do is be engaged in our community in important topics. Еще очень важная тема для Emerson — это взаимодействие с сообществом. We've been advocating STEM, the science, technology, engineering, math areas, with our communities, with our schools,
We need more STEM resources globally. В компании Emerson действует такая инициатива, которая называется STEM. Это технологии, инженерное дело, наука и математика. И мы расширяем наше присутствие, мы проводим, организуем сообщества по интересам, проводим школы. We've also worked very hard to build a diverse employee population and an inclusive employee population. Кроме того, мы очень много работаем над тем, чтобы в нашей компании работали самые разные люди и чтобы разные категории населения чувствовали свою включенность. And here in this community, we've been advocating for STEM and for more women to be involved in these industries. И здесь, в Челябинске, мы также реализуем инициативу STEM и привлекаем к ее участию женщин. We've also worked closely with the Society of Women Engineers, and we actually helped to incubate them beyond the borders of the United States. Кроме того, наша компания является участником общества инженеров, женщин-инженеров Америки, и мы активно приобщаемся и призываем к участию. So that was a little bit about Emerson, but I just wanted to give you a sense of the company and our commitment to being in this region. Я рассказала вам о нашей компании, о наших приверженностях, о наших целях. All right, let's talk digital transformation. А теперь давайте поговорим о цифровой трансформации. I want to give you a little bit of background in two places. The first one has to do around projects and when the customers create their facilities. Сначала расскажу несколько общую информацию. Давайте начнем с того момента, когда заказчик запускает новый проект и хочет построить новое предприятие. I want to highlight that the projects around the world have become a major business challenge. Хочу особенно отметить, что именно реализация проектов является основной сложностью для всего бизнеса в глобальном масштабе. We went out and surveyed over the past few years all of the mega projects that are out there that are over $1 billion in scope. Мы проанализировали те проекты, которые реализовывались в течение последнего времени с объемом инвестиций более $1 миллиона. And 65% of those projects have failed, if you consider failure being 25% over budget or 50% behind schedule. И как вы видите, более 65% этих проектов были закончены неуспешно по причине того, что они не укладывались в сроки либо в бюджет. What was interesting when we studied those projects is we found a great diversity in performance, and we highlight that here on the right-hand side, kind of showing if you normalize the projects, the big differentials in cost for the same type of project. Кроме того, мы проанализировали и поняли, что по реализации проектов у разных компаний есть разные показатели. Мы решили сравнить несколько критериев, и первый критерий – это затраты на проект. We also saw a big difference in the schedules between the first top quartile or the first quartile and the fourth quartile. Кроме того, мы проанализировали, насколько укладываются в сроки эти компании и поняли, что есть очень большая разница между компаниями первого и четвертого квартилей. And if we could raise the performance of all of the projects around the world to top quartile performance, there's over $400 billion of opportunity for society. И если бы мы смогли реализовать эти проекты и вывести их на уровень первого квартиля, то общество получило бы дополнительно более $430 миллиардов. So this got us more interested, and we went off to study the competencies or the attributes of the top quartile performers. И мы стали анализировать, а каковы же основные качества компаний, которые относятся к первому квартилю. When you go to the operation side, now they're operating these facilities, we found a similar differential in the performance. Мы стали анализировать, каким образом они ведут свою производственную деятельность, и выявили основные моменты. The top performers have 1/3 the safety incidents of the average. Можем сказать, что у компании первого квартиля количество инцидентов на предприятиях на 30% меньше, чем у других компаний. They have 4% higher availability, which translates into 2 weeks per year of more production time. Кроме того, уровень готовности оборудования в этих компаниях на 4% выше, чем в других предприятиях. Это значит, что это дополнительные 2 недели в году без простоев. And for people that run businesses, that can make the difference between a very good year and a very bad year. А те, кто ведут бизнес, прекрасно понимают, какая большая разница, если год прошел успешно или не очень. We saw the same thing on operating, the production costs and the operating costs. Again, 20% lower operating costs for the top quartile performers. Кроме того, мы проверили и сравнили, какие затраты несут эти предприятия, и можем сказать, что операционные затраты предприятий первого квартиля на 20% ниже. And we saw an energy intensity and emissions
Again, the top performers have significantly less emissions than the average. Кроме того, мы сравнили уровни энергопотребления и вредных выбросов и можем сказать, что по уровню вредных выбросов у этих компаний также гораздо более качественные результаты. So again, if we can move everybody from the average to top quartile, society would gain $1 trillion of impact. И если мы говорим, что сможем перевести компанию из среднего уровня на уровень первого квартиля, то общество получит более $1 миллиарда. These are big numbers, and I think helps us understand that there's a business case for performance. И мы должны понимать, что чтобы выполнить такую трансформацию, нам нужно четкое экономическое обоснование. So where does digital transformation fit in? В чем заключается цифровая трансформация, с чего она начинается? You know, for the last 30 years, we've actually used automation and digital capabilities to really enhance the production efficiency of companies. На протяжении последних 30 лет мы использовали разные средства автоматизации и цифровизации, чтобы улучшать производственные показатели предприятий. But things are starting to flatten out. You know, the continuous improvement is not gaining much ground, and we can't really cut a lot more people. И мы можем увидеть, что результаты больше не растут. Они остановились на одном уровне, и непрерывное совершенствование уже не приносит таких результатов. So to get the next level of performance, that big next step is where we think digital transformation fits in. Соответственно, чтобы сделать следующий большой шаг, нам нужно провести цифровую трансформацию. And we need companies to adopt the best-in-class behaviors of those top quartile performers. И нам нужно, чтобы компании использовали передовые практики для достижения результатов на уровне первого квартиля. We highlight that there's 5 competencies we believe for those top performers. И мы выделили 5 основных компетенций, которыми, на наш взгляд, должны обладать лидирующие предприятия. Start with automated workflows. Automated workflows is where we can take things that people have been doing manually and put them into an automated flow of some sort. Во-первых, мы говорим об автоматизации рабочих процессов. Это значит, те операции, которые раньше выполнялись вручную, теперь будут автоматизированы. This can free up the engineers and the technicians to focus on other things. И благодаря этому инженеры и технические сотрудники смогут заниматься решением других вопросов. Decision support analytics is a place we think there'll be very high impact. I think many of the people in this audience will believe there'll be very high impact. Следующий пункт — это аналитика, которая будет помогать в принятии решений. Я думаю, многие из вас согласятся, что это очень важно. Mobility tools. We all have our phones today. We all are growing up as digital natives. The mobility and the ability to push the information to the people in our companies who can use it the best is now possible. И следующий инструмент — это мобильность, мобильные инструменты. Все мы с вами используем разнообразные мобильные устройства, и очень важно, что эти устройства дают огромное количество информации, которую можно обрабатывать и по-разному использовать в компании. The fourth one is change management. This one's very tough. Следующий, четвертый пункт — это управление изменениями. Здесь все очень сложно. People do not like to change. Люди не любят меняться. But companies have to change. To be successful. А компаниям нужно меняться, чтобы достичь успеха. So while we have these great technologies, we need to work on the people side to make sure the people come along. Поэтому нам нужны отличные технологии, которые будут работать на стороне людей, чтобы люди достигали лучших результатов. And finally, workforce upskilling. And I want you to think about that a couple of different ways. И заключительный пункт — это повышение квалификации сотрудников. Здесь есть 2 важных момента. We have our current workforce. We want to change their job, but we've got to give them some different skills to be able to change with the job. Представим ситуацию: у нас уже есть сотрудники на предприятии, и мы хотим изменить то, какими навыками они владеют, чтобы они выполняли свою работу по-другому. We have the students today that are in our universities, and we need to prepare them more appropriately to join this workforce. Кроме того, есть студенты. Мы с вами сегодня в университете, и нам нужно подготовить этих студентов к работе на реальных предприятиях. And we have our children who will be coming along afterwards, and we need to invest in their education now so that they're ready when they join the workforce. А кроме того, у нас с вами есть дети, и нам нужно инвестировать в их обучение уже сейчас, чтобы в будущем они тоже стали квалифицированными сотрудниками. So this is all about transforming behavior and empowering personnel to be impactful in their companies.
И мы говорим об технологиях изменения, мы говорим о том, чтобы дать новые технологии сотрудникам, чтобы у них было больше возможностей и новые способы ведения своей трудовой деятельности. So here's the challenge. Everybody's talking about digital transformation. Это большой вопрос. Все говорят о цифровизации, о цифровой трансформации. And you're all familiar with the terms. Industry 4.0, big data, machine learning, digital twin. Вы все знакомы с этими терминами. Индустрия 4.0, большие данные, машинное обучение. There's some fantastic capabilities that we're on the cusp of being able to utilize. И есть замечательные, совершенно превосходные возможности, которые могут использовать наши заказчики на своих предприятиях. You know, we have innovative sensor technologies. We have cost-effective connectivity, secure connectivity. Что касается сенсоров и средств измерения, у нас есть разнообразные технологии экономичной и безопасной передачи данных. In advanced computing and analytical methods, all key enablers of this performance. Кроме того, мы используем передовые технологии расчета и методы анализа. Все это обеспечивает цифровую трансформацию. Now, many of the company executives I meet with are confused by this. You know, this seems like they're falling behind. They feel like they're not going to be able to keep up. И многие компании, которые слышат все это, чувствуют себя несколько потерянными, потому что они думают, что они очень отстают, и они не знают, как догнать. And my advice to them is always to slow down, take a breath, and start from where you are. Моя рекомендация – остановитесь, не торопитесь, вдохните, оцените обстановку. If you think about digital transformation, again, it's about transforming the work. Если мы говорим о цифровой трансформации, это трансформация рабочих процессов. You know, in today's jobs, and there's different jobs here, systems engineer, technician, control room operator, you know, some of the parts of the jobs are manual and tedious, and some of them have some technology enablement. Здесь вы видите разные профессии, которые присутствуют на предприятии. Это инженеры-технологи, инженеры СУТП, технические специалисты. И вы видите, что серым выделены зоны, которые зоны – это работа, которая выполняется вручную, а голубым – это работа, которая выполняется с помощью новых технологий. In the future, we want to stop doing some of this work, or do less of this, and do more of the enabled work. И мы планируем, что в будущем сотрудники будут делать меньше ручных операций и больше операций с использованием новых технологий. Here's a great quote. This is from a chief technology officer in one of the large global oil and gas companies. We need to redeploy the workforce, intelligent tasks, integrity, quality, and productivity is improved by them doing more intelligent work. И это высказывание главного технического директора одной из ведущих нефтегазовых компаний. Во многих случаях мы меняем подход к нашим сотрудникам. Они начинают делать более интеллектуальные операции, более интеллектуальную работу. И благодаря этому повышается качество, надежность и производительность наших предприятий. So we're really excited about the technologies. We need the work to change if we want to make business impact. В этом и заключается технология. Мы должны работать над изменениями, чтобы получить результаты. So this year we went out and did an interview with actually quite a number of companies around the world. В этом году мы провели опрос большого количества компаний по всему миру. On the left-hand side of the chart, we show that many of our customers have pilots of IoT or digital transformation technologies. Слева вы видите, что многие из наших заказчиков проводят пилотные проекты по цифровизации, по использованию промышленного интернета вещей. In fact, 78% of the companies we researched indicated they were doing those proof of concept work now. И 78% компаний, которые мы опросили, сказали, что у них есть такие пилотные проекты, и они уже прошли этап отработки концепции. And here's a quote here, again, from an oil and gas company, where, you know, they're doing these pilots to find out if certain capabilities can be scaled to the enterprise. И вновь цитирую руководителя одной из ведущих нефтегазовых компаний. Такие пилотные проекты проводятся компаниями, чтобы оценить, насколько эти технологии можно масштабировать и применять на других производствах. The second question we asked is, you know, in order for your company to achieve digital transformation success, how important is it to have a clearly defined roadmap? Следующий вопрос. Чтобы достичь цифровой трансформации, важно ли иметь
план, четкий план действий. And if you think about the word roadmap, it suggests we're going to go on a journey. И в английском языке это слово roadmap, которое можно перевести как дорожная карта или план действий, это значит, что мы начинаем путешествие. 90% of the companies think it's critical to have a roadmap. И 90% опрошенных говорят, что критически важно иметь четкий план действий. But when we asked them if they had a roadmap, only 20% say they have a clearly defined roadmap. И при этом только 20% из опрошенных говорят, что у них есть четко сформулированная дорожная карта. So the number one barrier for digital transformation is having a clear and actionable roadmap. Соответственно, самый главный фактор для успешной цифровой трансформации – это наличие четкого плана действий. Okay, there's some more challenges. Но есть и другие сложности. If you go and look at our company, the companies that we serve in our industries, they have sort of two different camps. И если мы проанализируем работу компаний и отраслей, в которых мы работаем, есть два лагеря, на которые делятся все эти компании. In this camp, they have the operating technology, the people that run the manufacturing operations, trying to get their job done every day. Первый лагерь – это представители производства, которые руководят производством, проводят производственные процессы и работают в каждодневном режиме. And this was the historical home for the automation or the process automation. И исторически все надежды по автоматизации возлагались именно на этот первый лагерь. On this side of the camp are the information technology people. А во втором лагере – это специалисты по информационным технологиям. Historically, their focus has been business systems. And making sure the business systems were secure and working properly. Исторически главная их ответственность – это работа с бизнес-системами предприятия, обеспечение их надежности и безопасности. All of a sudden, digital transformation is making these two groups come together. И совершенно неожиданно цифровая трансформация приводит к взаимодействию двух этих лагерей. And it could potentially cause problems. И это может привести к проблемам. We asked people how important it was for IT and operations technology, OT, to collaborate. Мы задали вопрос, а насколько важно для успешной цифровой трансформации, чтобы взаимодействовали сотрудники производства и информационных служб? And a combined 79% say it's very important or extremely important. И при этом 79% опрошенных говорят, что это очень важно. So then we asked them, what are the top barriers to collaboration between those two organizations? Потом мы задали вопрос, а какой основной барьер на пути этого взаимодействия? And it comes back to people. Все опять возвращается к людям. 62% said those groups have different perspectives on how to serve the business. 62% опрошенных сказали, что у этих двух групп разные взгляды на то, как вести бизнес. And 40% probably get measured differently. They have different business objectives. И 40% ответили, что, вероятно, у этих групп разные бизнес-цели. So we have a challenge. This is probably barrier number two, is the IT community and the OT community working together when they haven't naturally done that in the past. Таким образом, мы столкнулись с еще одной сложностью, сложностью номер два. Это взаимодействие служб информационных технологий и производства, то, чего исторически не складывалось. So let's think about each party's strengths. А теперь давайте поговорим о сильных сторонах каждой из этих групп. From the operations side, these are the top three strengths: project management and execution. Поговорим сначала о сильных сторонах производства. Во-первых, это управление проектами и реализация проектов. Application knowledge of technical solutions. Во-вторых, это опыт практических применений технических решений. And a very deep understanding of their facilities and their assets. И в-третьих, это очень глубокое знание и понимание технологических процессов. Let's think about the top strengths from the IT side. А теперь давайте поговорим о преимуществах. First one is data integration knowledge. They do that in business systems every day. Во-первых, это знание о том, как интегрировать данные. Они занимаются этим каждый день. Networks and cybersecurity protection. Второй пункт – это сети и кибербезопасность. And then the connectivity and networking experience and expertise
to do something on a very broad scale across the company. И третий пункт – это наличие знаний для того, чтобы реализовывать очень масштабные проекты. So at the fundamental core, we have to merge these two groups together. Соответственно, нам нужно объединить усилия этих двух групп. And the operations, this is a vice president from a pharmaceutical company, the operations has to know what IT brings, and IT has to know the how. So operations the what, IT the how. Процитирую вице-президента по информационным технологиям фармацевтической компании. Производство знает что, а служба информационных технологий знает как. So as you consider digital transformation, you got to think about the business case. Поэтому, когда мы говорим о цифровой трансформации, нужно четко продумать экономическое обоснование. And it's our observation, working with companies all over the world in this area, that there's a few success factors. И мы опросили разные компании и выявили, что есть несколько факторов успеха. The first one is the investment decisions have to be driven by business outcomes. Первый пункт. Решения об инвестициях должны приниматься на основании результатов для бизнеса. If a company is going to choose to create and invest in some digital transformation technology, it has to have a return on investment. Во-вторых, если компания хочет инвестировать в какую-то технологию, она четко должна осознавать, какова будет окупаемость этих инвестиций. Otherwise, it's just a waste of time and money. Иначе это будет просто пустая трата времени и средств. The second part is it has to be scalable. Scalable approach. We think, again, starting from where you start from, with some vision of where you want to go to, but taking sort of a deliberate step-by-step process. Второй момент. Данное решение должно быть масштабируемым. То есть нужно начать с малого и иметь четкую карту пошагового развития. So we deploy some technology, and then we get the people to be there with their job change. Соответственно, мы должны выбрать технологию и должны понять, каким образом эта технология повлияет на наших сотрудников. Then we do the next bit of technology, and we get the next change in the people. Соответственно, затем мы будем использовать новую технологию, и это опять поменяет работу наших сотрудников. So we don't think there should be a big bang approach. Мы не разделяем подход большого взрыва. But scalable, deliberate, step by step, case by case, make an ROI, make an ROI, make an ROI. Соответственно, мы считаем, что это должен быть масштабируемый, размеренный, пошаговый подход с оценкой того, как окупаются инвестиции на каждом из этапов. And the third one, third factor here is around people. И следующий важный фактор – это сотрудники. These investments in technology need to be viewed as an investment in people. Мы должны понимать, что инвестиции в технологии – это инвестиции в сотрудников. If you think about the demographics of the world right now, people is going to be a very scarce talent resource in the future. Мы должны понимать, что, учитывая текущую демографическую ситуацию, в будущем человеческих ресурсов порой может не хватать. Соответственно, нам нужны эти технологии, чтобы они давали людям новые возможности и помогали людям в ведении бизнеса. I just want to conclude by saying that the digital transformation topic is a very important topic globally. В заключение отмечу, что тема цифровой трансформации – это очень важная тема. When I talk to customers in oil and gas, when they have issues, their solution is usually some form of automation. И когда мы обсуждаем это с нашими заказчиками из нефтегазовой отрасли, они говорят, если есть какая-то проблема, то именно трансформация, цифровая трансформация и является лучшим решением. When I meet with a pharmaceutical company, they have their challenges. They're trying to do small batches of medicine. Individualized, personalized medicines. The data they need is extreme, and again, it comes back to automation. Далее мы обсуждаем этот вопрос с фармацевтическими компаниями. У них свои проблемы. Это производство небольших партий медикаментов. Это индивидуализация производства медикаментов. Они очень много работают с данными, и они тоже сталкиваются с этими проблемами. So I just want you to take away that it's not just about the technology, but it's about people and making sure we keep those things in equilibrium. И очень важный момент, что здесь мы говорим не только о технологиях, мы говорим и о людях, которые будут применять эти технологии. Again, I want you to have a great conference. Again, Emerson appreciates being part of your conference and look forward to exchanging with you this week. Thank you. И желаю вам отличной конференции, благодарю за приглашение на эту конференцию и желаю вам успешного обмена опытом и идеями. Thank you. Спасибо.